Хоккейный турнир на улице Завидная собрал юных хоккеистов в возрасте от 7 до 14 лет. На улице минус 20, но и болельщиков, и игроков согревает боевой дух и стремление к победе. Будет играть 4 команды, 5 на 5. Получается, на одной половине площадки, потому что сегодня температура очень низкая, поэтому решили разделить на две площадки. Команды сформированы по возрастному принципу. Общее число участников 20 человек, среди которых любители разных видов спорта. Я вообще по факту футболист. Так, конечно, если футбольная карьера не сложится, можно будет и хоккеем заняться. А почему решил сегодня принять участие? Ну, потому что турнир всегда интересно, всегда какой-то азарт присутствует. И много друзей, так что хочется вместе поиграть против всяких команд за призы побороться. Праздник спорта и здорового образа жизни привлек не только самих хоккеистов, но и многочисленных болельщиков. Поддержать юных спортсменов пришли родители. Ксения Субботина болеет за дочь. Кстати, единственную девочку на турнире. Ей нравится с мальчишками играть, бегать, бороться за шайбу, отбирать. Ей это нравится, мы ее поддерживаем. Спорт – это как бы здоровье, жизнь, все впереди, как бы вперед смотреть. Это, ну, замечательно. То есть как бы, такие соревнования нужно как можно чаще устраивать для того, чтобы наши дети развивались, а не сидели в интернетах. Организовать соревнования удалось совместными усилиями городского центра спорта и территориального отдела. Вот это желание наших жителей, именно участвовать наши жители из микрорайона Купеленко, Эковидная, Завидная. То есть они инициировали, очень просили, чтобы этот хоккейный турнир прошел. И я думаю, мы будем продолжать эти хорошие традиции в поддержке именно дворового хоккейного спорта. Чтобы жители города Видное знали, что существует такая коробка и что хоккей, он жив, и в него играют не только вот по таким дням, как сегодня, но и практически каждый вечер у нас здесь проходит. Можно хоть каждую неделю проводить турниры. Турнир по дворовому хоккею стал ярким спортивным событием. Все игроки получили заслуженные награды и грамоты. Завершилось мероприятие чаепитием. Арина Лукьянцева, Кирилл Махров, Гульнара Балаева, Видное ТВ.